Всем привет! Сегодня буду рассказывать, как можно исправить ошибку, что он сам выключается или перегружается в каком-то времени, например, через 5 минут, через 10 минут, через час, через 2. Но это, в принципе, не трудно делается, но может быть не из-за этого, может быть просто грязный, пыль забилась, процессор перегружается, нагревается и начинает перегрузка. Это значит, надо его чистить, или не можете сами, то надо его сдавать в ремонт или вызывать мастера, который это все делает. Плюс к этому, если не хватает термопасты, термопаста то же самое. Плюс к этому там видеокарта термопаста, и плюс к этому процессор сам. Еще плюс к этому может быть, что про пыль это понятно. Почистить контакты на оперативной памяти, могут от старости окислиться, и на видеокарте то же самое, в принципе. Но если вы не умеете, естественно, это делать, естественно, надо будет вызывать или просто-напросто ввести вам. В принципе, не сложно, но каждый свое, естественно. Первое, что можно сделать, если у вас не хватает, естественно, блок питания, например, можете сделать высокую, но, естественно, она спрятана, вы ее не увидите никак. Она вот здесь вот. Ну, естественно, сюда нажмете, потом это электропитание. Здесь у вас будет, на ноутбуках будет стоять 4 с батарейкой, без батарейки. Если у вас батарейка плохо работает, то, естественно, сделайте все везде никогда. Здесь дополнительное электропитание. Здесь, естественно, здесь будет написано 20 минут. Поставьте вообще полностью все девятки, так что будет он у вас компьютер. Сам диск винчестер не будет выключаться. Ну, пора. Ну, тут, в принципе, он сам все ставится. После этого, когда высокая. Ну, естественно, здесь 3 девятки делается. Ну, естественно, сохраняем и, в принципе, готово. Вот. Потом, может быть, еще что в системе. Если у вас, например, 7 или 10 корявая, ну, а корявая это та же самая, что может быть где-нибудь скачали с интернета, может быть пиратская, еще раз говорю, может быть корявая, сами делают. Вот, ну, многие делают сейчас, они умники, все делают все. На 7 она выходит вот здесь, нажимаете вот так. Это на 7, на 10 совсем другая система стоит. Вот это на 10, это на 7, может быть. Пишите вот это вот. Так вот. SVK Ehase Canon. И нажимаете Enter. Ну и то же самое и здесь можете писать. Ну и ждем, естественно. Ну вот, в принципе, он сделал полностью диагностику компьютер. Но у меня-то, видите, как кое-какие файлы испорчены, ну это ничего, в принципе, важно, страшного. Ну вот, если у вас будет написано исправление будет после перегрузки, то тогда хорошо. Но еще одна есть проблема в этих компьютерах. На базе Атлона, Азусы, в принципе, ну как на базе Атлона, это процессоры, когда Атлоны стоят на базе, у них болезнь. Если что-то, какой-то косяк, они будут перегружаться.
В основном у них косяки только через жесткие диски идут. Если какой-то коллекстора у него или начинает тормозить жесткий диск, ну кое-какие нарушения, начинает перегружаться. Так, потом, да, коллекстора, естественно, там, если пол диска портится, то его как бы можно излечить и сделать, но будет перегружаться. Или он перегружается потом сразу на безопасный режим. Это то же самое. У них такая же болезнь. Ну, в принципе, это только надо или мастеру, или привезти куда-то, или просто вызвать, который умеет это все делать. Без сервисных центров всяких. Пока. Всем до свидания. Подписывайтесь. И кому-то помогло, ставьте лайки.